Правительством Бурятии утвержден коэффициент индексации социальных выплат. Согласно документу, с 1 февраля 2023 года они будут увеличены почти на 13%. По линии Минсоцзащиты Бурятии в общей сложности планируется проиндексировать порядка 17 различных выплат, пособий и компенсаций. Это пособие на детей, ежемесячное содержание на приемных и опекаемых ребятишек, также республиканский материнский капитал, который назначается при рождении третьего ребенка, и ежемесячные денежные выплаты старшим поколению. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделено 203 миллиона рублей. Такие меры социальной поддержки необходимо наращивать, ведь все они в первую очередь направлены на повышение уровня жизни граждан и доказали свою эффективность, отметили в правительстве.